Привет, дорогие друзья! А правильно ли вы одеваете медицинскую маску? Давайте разберем на примере одноразовой маски. Вот такой. У нее есть две стороны. И многие люди мне задают вопросы, какой же стороной одевать эту маску. Одни одевают синей, вторые белой стороной. Давайте я вам расскажу поподробнее. Сделать это очень и очень просто. Наша маска состоит из трех слоев. Итак, давайте разберем белый цвет. Белый цвет — это у нас внутренняя сторона маски, то есть вы ее одеваете к лицу. Если вы откроете маску, то есть вот такие кармашки. Если попадают какие-то с улицы, пылинки, бактерии, они все осыпаются и не задерживаются вот здесь, как в внутреннем кармашке. Синяя — это у нас наружная сторона, она пропитана специальной пропиткой, покрашена в синий эта краска и пропитана антисептиком. Это и есть наша наружная сторона. А белая сторона — это гипоаллергенная вот эта белая ткань, которая не раздражает ваше лицо. Ну и запомните простое правило: кармашки здесь наверх, а на синей маску, если вы оденете, они кармашки все вниз. И, конечно же, если вы оденете синей стороной, у вас будет сильное раздражение, так как эта сторона покрашена в синий цвет. Это краска. Еще в маску вставлена вот такая проволока. Она хорошо гнется, то есть там, где нос, чтобы вы сделали форму носа. Вот так. Вот, друзья, мы и разобрались. Синяя сторона – это наружная. И белая сторона — это внутренняя. Все очень и очень просто. Используйте маску правильно, и будет вам счастье. Спасибо большое за просмотр. И до новых встреч. Скоро увидимся.